Ну, 18 плюс, давайте скажем. 18 плюс. Ура! Ну, давай. Давай, подними. Подай масло. Это масло. Сколько много? Литр. Потом вылетели. Потому что я вот, например, пока не готов уехать в другую страну. 3000 километров, да. Да, добиваться результата. Я сегодня легальный человек. Мы тебя поздравляем. Вау! Он получил патент. Ты легалайз! Сегодня я легальный. Он получил патент. Легалайз, вытаскивай, вытаскивай. Именно в этот день. У тебя классный день рождения. Да. Готовность 100%. Вау. Давай кусай. Все, готовность. С папой вместе. Что надо, да? Да. Евгений Хом. Значит, надо налить. Сафар! С юбилеем тебя! Это слово что-то мне не нравится, честно. 25? Чтобы 35. 35. Чтобы да, нафиг, 25, иди 35. А, ну, 18 плюс, давайте скажем. 18 плюс. С юбилеем! С юбилеем! Ура! 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 Налил. Только этот коньяк есть. Да я пока пропущу, потому что мне говорю, на мышку здесь. Да, он обратно на мышку здесь. Тоже он коленя, блядь, я там. Это я помню. Если нет, ладно, главное на трассе, блядь, здесь хуйня. Не, на трассе я уже хуйня. Мне здесь будем ехать. Не, я уже, конечно... Получается, только чокнуться, что ли, или как? Ну, давай. Давай, подними. Да, я сейчас тут сниму, видите, блядь. Там уже пустое, а нет? Давай. Если трусы. Можно я покушу? 25 это начало. Правда, я покушу. Ой! Главное понимать, что будет. Да. Харизма рулит, короче. Все. Давай. Ага. Спасибо. Вот какой, да, харизма называется? Область. Харизма мужская. Область. Вот такие вот. Там. Харизма это город Камечка. Давай, будь здоров. Нифига не ясно, что вы там говорили. Не, камеру. Да. Ладно. Давай, будь здоров. С днем рождения. Спасибо. С днем рождения! С днем рождения! Ура! Походу-то точно видно. Да. Я очень люблю. Света? Если вас, пока я готовлю, за руль посажу. Нормально? Нормально будет? Угу. Тогда вы за рулем. Да, мы приедем просто, сольем эту воду. Это через это же шланчик, да? Ну? А и антифриз разбавим, будет нормально. Вы потом 1-2 дня проезжайте. Может, что-то там сервис надо будет? Всяко? Да. Может быть. Может, серьезно что-то? Ну, офигеть. Офигеть, да? Ну, сюда. Угу. Ветер. Ой, блядь. Вы не воткнули, что ли? Я не узнаю. Правда, вот камера там не смотрит. Ты сел сразу в отрубку. Подали масло? Подали масло? Это масло? Сколько много? Литр. Потом вылетели? А, вылетели, просто вылетели, да? Это тоже говорит этот, много масла. Нет, тут немного масла. Снимаем в пол готовности. Нет такого.
Что-то такое, да? Без соли? Без ничего пока. Сейчас посолим чуть-чуть. Руки мокрые, поэтому мелким солом солим. Вот так вот, чтобы можно было. Соль по вкусу, кому как нравится. Снимаем пол готовности. Я согласен. Снимаем пол готовности тоже. 50% готовности снимаем. Примерно вот такого. Ай, упал. Лук крупными песками. Это красный пояс. Наливай сахар. Сейчас я накрою казан. Нет, я так переключил. Какой переключить? Жаль, по полной. Так. Тут нажато? Нажато. Помидоры. В этом плане ты стандартный, да? Как все, Инстаграм, блядь. А по жизни нестандартный, блядь. Клуб отстойников, нахуй. Мы уже перестанем его так называть. Не, я вот... Кожуру убрать и все. Опять намудрил какую-то еду, да, такой вкусный? Зубчики чистить не надо. Просто так закинем. Лук, хочешь, как то хавали? Лук, картошку, мясо, вот, в тот раз перушу. Не, это покруче будет, да, блин. Намного круче будет. Это покруче будет, с помидорами. Намного круче будет. Женек, ты это не представляешь, серьезно. Чеснок, две головки вот такие, такого вида. Нет, это не переходило, это шарахулинская черта. Он там разговаривает что-то там, убалтывает там, блядь, что-то там доказывает. Потом вот слушает, да нахуй там надо, блядь. Нет, нет. 40 все. Минут в таком небольшом огне. Давай, дерзай. Сахар. Да. Что это? Сахар, что это? Нет, зачем? Чем? Вот здесь, чтоб все видели. Сафар, смотри, ты молодец. Ты в другой стране живешь, так. Действуешь, добиваешься результатов, мечтаешь. Это огромный плюс. Я поражаюсь вашему усердию, настойству, настрою, что ли? Настырству, да. Потому что я вот, например, пока не готов уехать в другую страну. 3000 километров, да. Да, добиваться результата. Это огромное ваше трудолюбие, ваше стремление, оно заслуживает уважения. И могу сказать, что и результат, который вы получаете, он тоже закономерен. То есть, да. То, что вы хотите... Стоит того. Да, даже больше может быть у некоторых, но тем не менее, вы хотите добиться результата, вы уходите из зоны комфорта, уезжаете из своих стран. Правильно, это очень важно. А мы вот такие вот россияне, считающие, что все должны там нас прислушиваться, я считаю, что мы чаще не правы. Почему? Вы же тоже как бы должны понимать, что добиться результата надо выйти из зоны комфорта. Попробуйте уехать там в другую страну, кайфануть. Да, уезжают, но не все. Соответственно, я вот тебя уважаю только за это. Я вот, например, пока себе это не могу позволить и не делаю этого. Боюсь обосраться, может быть, где-то в чем-то. Я припрыгнул этот момент, да? И вообще... Альфред! Прыгнул очень далеко. Хорошо, да. Я класс. От своих, класс. От своих каналов. Не закрывай, да? Закрывайте обзор. Не закрывай. Ты трудолюбим. Нашу аудиозапись. Аудицию.
Да-да. Так что у тебя, думаю, что все будет великолепно, потому что ты уже сделал огромный шаг и добился огромного результата на пути к совершенству и к результату. Я думаю, что... Выпьем за это? Да. Да. Это стоит того, чтобы... Да. Я хочу добавить этот момент. Я сегодня легальный человек. Мы тебя поздравляем. Вау! Он получил патент. Ты легалайз! Сегодня я легальный. Он получил патент. Легалайз, вытаскивай, вытаскивай. Именно в этот день я легальный, блядь. За 5 лет, кстати, оказывается. Я вот посмотрел сегодня, за 5 лет я сегодня легальный. Легалайз, отлично. Поздравляю. Так что за это. Спасибо, Женек. Сейчас накладывать буду, потом там снимем. Так. Пойду посмотрю. Да, я хочу все эти сжечь. Сейчас, Света, вот это, вот видишь? Это классное с рождения. Да. Вообще шикарно. Я считаю, что... Знаешь, у меня в январе с рождения, да? Я не могу его так исправить. Так. Там на другой тренинг. Этот у нас есть. Это возможность. Я не могу исправить. У меня еще после Нового года. В общем, говорит, что к чему, как. Вот я говорю, как есть. Это вот, блин, палец обрезал. Мясо на кости приготовлено идеально. Прям вот вкусно. Ты не хочешь кушать, что ли? Наоборот. Готовность 100%. Соли, перца. Идеально. По перцу не могу сказать, перца нету, но он тоже... Перц, вон этот, вон перц. Можно добавить. Вот, красный перец. Давайте. Острый есть. Брызнем сверху. И вот, вон, смотри, открывай его только. Насладимся данным блюдом. Как называется, кстати, данное блюдо? Я не могу сказать, что это как это называется. Это импровизация. Да. От Сафара. Речки Белой. Башкортостане, Башкирия. Да. То, что оно было приготовлено от души, чувствуется прям за километры. Я приехал за 50 километров. Да, это точно. И сейчас мы будем это употреблять в пищу. Короче, тут чесночок, кость с этим костным мозгом. Ну, есть еще и нормальные. И мясо, вот говядина. Вау. Давай, кусай. Давай, кушай. Все, готовность. С папой вместе. Что надо, да? Да. Ой. Значит, экспертом нашим плюс 5, да? Выступает Евгений Хомчика. Сегодня выступает Евгений Хомчика. Значит, надо налить. Надо. Я тогда стоп нажму и будем кушать по-нормальному.